Специалисты управления госдохода по Альфа-Арабийскому району Шымкента призывают юридические лица и индивидуальных предпринимателей быть внимательными при сдаче налоговой отчетности через налоговый кабинет. При сдаче налоговой отчетности в обязательном порядке необходимо правильно указать код налогового управления в соответствии со сведениями данных налогоплательщика. В случае неправильного указания кода налогового управления в ваших лицевых отчетах формируется задолженность или переплата. Бухгалтеры или ответственные лица, сдающие налоговую отчетность, должны быть внимательны к обязательной регистрации. При сдаче налоговой отчетности запрашивается проверка сведений о том, не зарегистрировано ли физлица в качестве индивидуального предпринимателя через приложение «Е-Салык Бизнес». В Альфа-Арабийском районе зарегистрировано 9278 юридических лиц, 26428 индивидуальных предпринимателей. Отдел по работе с налогоплательщиками контролирует правильность представления налоговой отчетности указанными индивидуальными юридическими лицами. Функционал мобильного приложения позволяет регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбирать и изменять налоговый режим, выдавать квитанции, автоматически формировать реестр доходов, оплачивать налоговые обязательства, начисленные в приложении, в том числе для сотрудников, а также предоставлять предварительно заполненные упрощенные налоговые декларации.